Всем привет, с вами Информ ТВ. Уход Анастасии Заворотнюк стал потрясением для многих, несмотря на ее продолжительную борьбу с онкологией. Анна, дочь Анастасии, сегодня разместила в соцсетях фотографии из семейного архива. До сегодня никто их не видел. Знаменитая мама там запечатлена с детьми, родителями и близкими. На этих кадрах звезда сияет и излучает радость. Цитата. «Моя любимая мамочка, рядом с тобой наша жизнь была наполнена светом, радостью, солнцем и любовью. Ты всегда будешь моей путеводной звездой. Ты самая красивая, талантливая, мудрая, добрая, веселая и лучшая мама на свете. Ты навсегда останешься в моем сердце», – написала Анна под фотографией. Поклонники актрисы скорбят вместе с семьей. «Как больно и рано. Держитесь», – пишут они в комментариях. Напомним, что в борьбе с раком Анастасии помогал ее супруг-фигурист Павел Чернышов. Он не жалел сил, искал любые возможности, чтобы продлить жизнь любимой жене, и считает эти 5 лет, проведенные рядом с ней, неоценимым подарком врачей. Лишь после ее смерти стали известны детали тяжелой борьбы, и семья рассказала, что Анастасия ни одного дня не провела в хосписе и все время была рядом с любимым супругом.